все вместе делал. Ну, сейчас 2-3 года-то она уж ничего не делает. Дачный участок, по словам Петра Топоркова, уже несколько месяцев в запустении. Женской руки тут будто и не чувствуется. А все потому, что его жена заболела. 2 года назад Зое Топорковой поставили диагноз – потеря памяти. Врачи посоветовали ей больше гулять пешком. Вот так и во вторник, 9 сентября, супруги вместе с соседями отправились с дачи в близлежащий лес за грибами. А я вот под елкой сижу, режу грибы. Потом я поднялся. Так, Зоя, ты что? Гриб нашла, рассматриваешь. Она молчит, ничего не говорит. Но я сразу понял, запнулась голова. Подобное замечали и ранее, потому-то отсутствие у женщины компании грибников поначалу не удивилось. Тревогу забили только когда она скрылась из виду, перестала отвлекаться. Минут 15 мы собирались, все нормально было. Потом раз и нет, ну нет, нет, может к соседям пошла, я больно-то. Супруг заблудившейся женщины сначала решил искать ее сам. Лес все знаю, все, думаю, что сейчас я быстренько ее найду. Туда побежал, раз там был. Туда побежал, нету. Ну что ж, нету. Беру машину, поехал. Дальше я оттуда иду, забегаю в лес, ору. Забегаю метров по 100, по 200. Вот так все прошел, нету. Через час безуспешных поисков приехали спасатели МЧС. Я, соседи, МЧС. МЧС сразу туда, о, сейчас найдем. Туда кинулись. Как испарилось. Родственники Зои Топорковой переживают, что она могла потерять ориентацию в пространстве и уйти слишком далеко, или, хуже того, попросту замерзнуть в ночном лесу. Белый панам было и все. А так все цвета хаки, что ли, называется, курточка удлиненная немножко, женская, темно-серый, джинсы, синий. Кроссовки. Всех, кто видел эту женщину на фотографии или может помочь в ее поисках возле села Калинина, просят откликнуться по указанным телефонам. Татьяна Каранаева, Алексей Штунов, эфир 24.